Ребенка увидела Гюльсум Кабадай, и с тех пор она не оставляла его ни на одну минуту. Я не забуду этот день. 30 августа 2008 года в операционную привезли мальчика и сказали, что у него при себе нет никаких документов. Лишь день нашего отъезда Гульсум решилась рассказать нам то, о чем боялась признаться даже самой себе. Мое сердце все время разрывается. Я вам сейчас душу раскрываю свою. Но я скажу, одна половина моего сердца хочет найти его маму, а вторая не хочет этого. Я понимаю, возможно, где-то есть его мать, и она проливает слезы. И может, когда-нибудь он встанет на ноги, он найдет свою семью. И если он захочет уйти, я не буду его останавливать. Если он даже не обернется и не посмотрит на меня, я все равно буду любить его. Это очень тяжело. Это очень тяжело. Такой увидела эту историю наш корреспондент Нина Серебренникова. Ну а Гульсум прилетела в холодную Москву и сразу после короткой паузы она появится в нашей студии. Вы смотрите «Пусть говорят». Сегодня у нас уникальная история. История турецкой женщины, которая 4 года выхаживает русского парня, который попал в автокатастрофу в Анталии. И сегодня Гульсум приехала, чтобы рассказать свою историю. Давайте встретим ее.